Дорогие коллеги, добро пожаловать. Спасибо. Я хочу от всей Швейцарии поздравить вас с данным мероприятием. У нас сейчас очень тепло в Швейцарии. Поднимите, пожалуйста, кто онкологи в этом зале? Поднимите руки, онкологи. Когда я начал мою работу в Швейцарии 25 лет назад, было очень редко применяли облучение региональных лимфоузлов в случае рака груди. А в Канаде, например, если у пациента один или три положительных лимфатических узлов, мы видим, как проводилось облучение региональных лимфатических узлов по сравнению с 1997 год и последние публикации. Также коллеги из Дании предоставили информацию в отношении женщин в период постменопаузы. И как мы видим, пациентам с положительными лимфоузлами получит серьезное преимущество при применении регионального облучения лимфатических узлов, увеличивая выживаемость на 10%. И что важно еще сказать в этой публикации, что все региональные лимфоузлы включались в зону облучения. Мы говорим о показаниях к непосредственно к мастектомии и затем облучению уже региональных лимфатических узлов. Это публикация из профессора Белка Чеми. Больше чем 84 центра приняли участие в данном исследовании. Три четверти это были центры, многопрофильные центры по лечению больных, это университетские больницы. Что видно здесь? Пациенты с органосохраняющей операцией. Достаточно гомогенные результаты получились здесь мы. Что касается различных региональных зон лимфоузлов, макрометастазы в аксиллярной зоне. Также включая параклавикулярную ямку, макрометастазы, четверть центров рекомендовали действительно проводить облучение параклавикулярной зоны. В этой ситуации какие же могут быть ответы? Что касается мастектомии, даже было удивительно для меня, что пациенты с микрометастазами, больше чем 63% центров рекомендовали облучение переклавикулярных. Или, например, в случае положительной ВН1 это где-то 60%. Что касается аксиллярной зоны, три положительных лимфоузла, приблизительно 40% рекомендовали полное облучение аксиллярной зоны, подмышечной зоны. А это текущее доказательство того, что у нас происходит. Сейчас проходит фаза 3 рандомизированных исследований, где тестировались влияние региональной радиотерапии с сохраняющим подходом против мастектомии. Здесь мы видим, было французское исследование, мастектомия осуществлялась, и также там было канадское исследование, это была хирургия по сохранению груди, сохраняющая хирургия, включались также экспериментальные группы, и также было европейское исследование ORTC, где исследовалась локальная радиотерапия против региональной радиотерапии, и также цепочку, интермамальную цепочку.
И также была попытка провести метаанализ не только на основе базы данных, касающихся индивидуальных пациентов, и комбинируя все эти индивидуальные исследования, было обнаружено 12-процентное снижение риска в отношении общей выживаемости. И, естественно, это не... Здесь необходимо проводить исследования, необходимы важные метаанализы. Это, например, выживаемость исследования, и 1000-3000 пациентов было вовлечено. Мы видим, что в течение 10 лет выживаемость 1,6%. Здесь мы видим, что кривые здесь расходятся, и, естественно, долгосрочный эффект становится более выраженным. Еще один важный момент. Преимущества такой терапии должны рассматриваться с точки зрения метастазов и выживаемости группы Intent to Treat. Что касается отдаленных метастазов, и мы видим эту разницу в течение 10 лет, и она статистически значима, эта разница. Вот это даты, которые представлены Фитмен-Портман. Здесь рассматриваются индивидуальные причины смертности у таких пациентов и медиана. Контрольное наблюдение составило 10,9 лет. Вот здесь группа с отсутствием региональной радиотерапии, с региональной радиотерапией, с региональной радиотерапией. Мы наблюдаем снижение смертности от рака молочной железы. 50 пациентов было там. Также были дополнительные смерти на основе региональной радиотерапии от других неизвестных причин, от инфекции и от сердечно-сосудистых смертей, небольшое только увеличение смерти на основе радиотерапии, при радиотерапии. И тут только 2 пациента умерло. При региональной радиотерапии мы видим, что, конечно, все-таки период контрольного наблюдения недостаточно длинен, необходимы более длительные периоды контрольного наблюдения. А вот это еще один метаанализ, который касается токсичности для легких и для сердца. Серьезные побочные эффекты являются достаточно редкими при региональной радиотерапии. Очень небольшое увеличение токсичности, кардиотоксичности здесь видно. И кроме рандомизированных исследований, у нас также есть данные от датских коллег, которые начали свою работу несколько лет назад. Это были популяционные исследования. И особенно в случае с правосторонним раком. И было обнаружено, что в течение 8 лет контрольного наблюдения плюсы выживаемости более 3% составляют. То есть нельзя эти 3% пренебрегать этими цифрами. И в соответствии с этими данными произошли и некие изменения в руководстве. Кстати, в Швейцарии большинство центров лечат в соответствии с руководствами S3. Они постоянно актуализируются, и в этом году они будут опубликованы и представлены в Берлине. Также были изменения. Мы видим, что коллеги из США, NCCN, гайдлайны, которые разработали, мы видим здесь, что касается лампектомии с хирургическим аксиллярным стадированием, то здесь 24 пациента, вернее, простите, более 4 положительных аксиллярных узлов добавлено, и 1-3 положительных аксиллярных узла, а внизу негативные аксиллярные узлы. И
Здесь мы видим рекомендации для радиационной терапии в некоторых ситуациях, когда существуют факторы риска, например, более масштабной опухоли и также избыточная лимфоваскулярная инвазия, ЛВСИ, либо какие-то другие. Здесь необходимы, конечно, особые подходы. Вот это европейские руководства ЭСМО, руководство публикованное несколько лет назад. Мы видим, что касается региональной лучевой терапии, несмотря на то, что клинически значимые рецидивы лимфоузлов, особенно аксиллярные и внутренние молочные железы, являются редкими, и облучение узлов, лимфоузлов остается показанием для пациентов с вовлечением лимфоузлов. И мы можем вот здесь выявить, какая часть региональных лимфоузлов наиболее важна для облучения. После диссекции аксиллярных лимфоузлов резектируемая часть аксиллярной области не должна подвергаться облучению, только в случае остаточных явлений после хирургии. А вот это данные, которые касаются ситуации с аксиллярной диссекцией. И вот здесь есть данные из Швейцарии. Аксиллярная диссекция сейчас довольно редко проводится, и мы здесь рассмотрим на работу сторожевых узлов и при положительных, что вот здесь возникает вопрос, каковы показания для региональной радиотерапии. Например, вот есть такой рент 1-2 положительных сторожевых узла, лимфоузла здесь, или также, с другой стороны, те же самые руководства говорят, что у пациентов с одной и тремя лимфоузлами с аксиллярной диссекцией мы должны рассматривать региональную терапию лимфоузлов. И это, конечно, входит с противоречиями других исследований. У нас было 11 исследований, была рандомизация между аксиллярной диссекцией, диссекцией подмышечной области и облучением молочной железы. Они не нашли никакой разницы в отношении несостоятельности аксиллярных узлов, и сравнивалась выживаемость, общая выживаемость. Коллеги из Нью-Йорка старались получить отчет от этого исследования. В соответствии с протоколом разрешается только облучение всей молочной железы. Только меньшинство коллег послали детальный протокол в исследовательский центр. Возможно, благодаря тому факту, что существует очевидные девиации в отношении поля облучения. И те отчеты, которые были получены, только 20 локорегиональных радиооблучений. И только у 50% был большой тангенс. И включение аксиллярных лимфоузлов с высокотангенциальными полями. То есть вот поле облучения – это очень важный момент. Вот все 11 исследований были посвящены, и они не доказали локальные по сравнению с… перед нами сейчас объемы радиотерапии в отношении узлов только после СЛН и сохранения молочной железы. Мы видим статус узлов. И затем еще АМРОС исследование было, это европейское исследование. Они рандомизировали пациентов с положительными сторожевыми лимфоузлами и с метастазами они были включены. Здесь рассматривалась диссекция, аксиллярная радиотерапия. Вот. Они не нашли никакой разницы в отношении аксиллярной некомпетентности и общей выживаемости, безрецидивной выживаемости, но
существенное снижение, приблизительно 50% имели лимфедему. Например, в нашем центре и других швейцарских центрах у пациентов с положительными лимфоузлами радиотерапия использовалась. И вот это исследование не доказало... Это исследование подтверждается другим исследованием в Будапеште. Это исследование, в котором использовались очень сходные подходы, рандомизировали пациент с Т1, Т2 негативными узлами. 2106 пациентов, 526 пациентов было рандомизировано. И здесь вот была региональная терапия и диссекция лимфоузлов, это слева. Очень сходные результаты были получены в отношении вот, рецидивности. Здесь очень низкий уровень рецидивности в одной группе и в другой. Но есть тренд для улучшения выживаемости при использовании региональной радиотерапии. Для меня здесь нет ничего такого особого и удивительного. Тут, конечно, еще также существует разница между размерами опухоли, но региональная радиотерапия является, по крайней мере, такой же хорошей, как акселлярная хирургия, хирургия акселлярных участков. И, соответственно, увеличение... Здесь мы можем, конечно, сократить количество акселлярных диссекций. Задаваясь вопросом, как это делать, в соответствии с опросником, вот мы видим, что все пациенты в Швейцарии, особенно пожилые, имеют особый, они лечатся в соответствии с планом, с КТ, с сканированием. Вот существует такое 3D-ЦРТ планирование, и также мы видим, что также используется вот разграничение на дальних узлов. Не только в Швейцарии, конечно, такие центры работают. Что сейчас также имеется? Например, вот в Европе существует общество СТРО, которое приняло определенное руководство по разграничению лимфоузлов. Существует консенсус по руководствам о разграничении объема мишени для элективной радиационной терапии. Мы также пытаемся... с 2014 года проводить семинары по вот, разграничению. Это вообще-то достаточно сложная задача, потому что вот, участники этого курса сталкиваются с трудностями анализа вот, акселлярных участков. Но мышца пекторус майнор является вот таким критерием. Вот здесь латерально можно найти уровень 1 за пектор майнор, уровень 2 акселлярный, затем уровень 3 и над этой областью. И при разграничении таких регионов мы должны затем проводить облучение. Большинство центров в Швейцарии делают арктерапию, вот, объемную арктерапию. Это очень полезная, очень значимая методика. Эта техника позволяет вот, как бы снизить объем облучения при использовании довольно большим участком тела или органов. Вот, например, можно к сердцу, к легким подвести это облучение. Если посмотреть на эту публикацию, там проводился систематический обзор вот, уровня облучения, подведенного к сердцу. Также вот, мы видим, что в руках
руководствах вот сказано, что запрещено облучать внутреннюю мамарную цепочку. И здесь мы видим дозы, которые, вернее, объем облучения, который показан вот, в отношении протонов, вот, МРТ. И вот здесь видится также режим при контроле дыхания. Мы знаем, что радиотерапия при раке груди также связана с осложнениями сердечно-сосудистой системы. Приблизительно встречаемость данных осложнений, в частности, ишемической болезни сердца 7,4% на каждый грей, может быть, из-за облучения высокодозного региона. Когда мы увидели такое количество, практически 8% на грей, то мы были, конечно, очень озабочены данным фактором. Вероятно, может быть, и низкие дозы радиации в отношении с затем возникновения сердечно-сосудистых состояний также имеет значение. Если мы сможем снизить от 10 до 3 грей общую дозу, мы можем спасти одну жизнь на 100 в данном случае. И, как я уже сказала, средняя доза на сердце должна быть меньше 5 грей, согласно опубликованных данным. Ну, в среднем приблизительно 8 грей. Мы можем этот интервал от 5 до 10, 8 грей. Нам необходимо также оценить плюсы и минусы для каждого конкретного пациента. Что необходимо сделать в резюмировании? Региональная радиотерапия у пациентов, если имеется более 4 лимфатических узлов положительных, используется. Если от 1 до 3 лимфатических узлов, этот вопрос является до сих пор противоречивым. Не во всех стационарах используется облучение региональных лимфоузлов, особенно если мы говорим о мастектомии, о полной мастектомии. Также вопрос возникает в отношении облучать или не облучать узлы аксиллярной области. Существуют нечеткие данные из нескольких исследований. Например, если у пациентки имеет два макрометастаза, рекомендуется региональная радиотерапия согласно вот этих исследованиях МАК-20 и ЭРОТИК. Если два положительных макрометастаза или только в сигнальных лимфатических узлах и аксиллярная диссекция, то согласно исследованию 00011 рекомендуется облучение. Если нам необходимо облучать региональные лимфатические узлы, 34%, если у них имеются макрометастазы, 34% в данных исследованиях рекомендуют облучение. И необходимо посмотреть, большинство пациентов, согласно вот данным рекомендациям в МА-20 и ЭРОТИК, будут получать региональную терапию, радиационную лучевую терапию на лимфоузлы. Нам необходимо проводить дальше образовательные мероприятия, в частности, курсы по разметке полей и несовпадения полей облучения. Спасибо большое.